Варвара, Леонид, Федя и Макар. Thank you.
Машенька, дочка. Thank you.
на охотников, не похожи на велосипед. Еще меньше. Добрый вечер. Тимаша, ты месяц. И тебе добрый вечер. Откуда ты, девочка, пришла? Что тебе нужно в лесу в такую стужу? Корзину подснежников набрать. Это зимой-то подснежников? Вот что выдумала. Это не я выдумала. Это меня мачеха отправила. Зверя объединительные и возвращат. Да они ведь же раньше марта месяца и не выгнали так. Лесос старый. Будем так месяца марта. Девочка. Какие вы безобразники! Сейчас как заморожу! Дедушка Мороз, разморозь их, пожалуйста, я на них зла не держу. Ну как же их разморозить? Они ж такие безобразники! Детишки, стоит их размораживать? Да! Добрые у вас сердца! Так уж и быть, разморожу!
Но больше не безобразничать. С давних времен так ведется, что елка без меня никак не обойдется. Okay.